17 автомобилей, 50 человек-участников. В Щелкове по инициативе партии «Единая Россия» прошли флешмоб и автопробег, приуроченный ко Дню России. К акции присоединились наши соседи из городских округов Богородский, Черноголовка, Лосино-Петровский и Фрязино. Автомобили выстроили символичную надпись «За», а активисты партии растянули флаг России. Молодая! Молодая! Гвардия! Поднимаем России знамя! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! Акцию организовали в рамках проекта «Историческая память». Он направлен на сохранение истории и культуры страны. Сейчас у нашей страны важная миссия – сохранить и приумножить достижения наших предков. Мы, патриоты России, не устанем держать триколор так высоко и гордо, чтобы увидел весь мир. Прошлое, настоящее и будущее России – это все мы! Также к автопробегу присоединились местные депутаты, активисты «Молодой гвардии», сторонники «Единой России» и неравнодушные жители из всех 5 городских округов. Анна Наприенко, Владимир Логачев, Валерия Малахова, Варвара Кузнецова, Щелковское телевидение.